Есть у меня еще один товарищ, уникальный парень. Он сам пишет музыку, сам сочиняет. Его знает вся планета. Все его хиты звучат в ночных клубах нашего города, не только нашего города, и за Россией, за рубежом. Пожалуйста, представься. Здравствуйте, меня зовут Максим Горбушин. Я издаю музыку под этим именем. Сейчас прозвучит музыка в стиле, который предназначен для того, чтобы подняться над материальной реальностью, трудностью, проблемами и возвысить свое сознание. Я спою вам композицию, которую сочинил. Она готовится к официальному изданию. Я создаю музыку точно так же, как Игорь Крутой, например, или Максим Фадеев, просто маленький и не такой значительный. Здесь будет петься на языке английский язык и санскрит, потому что я предназначил ее для всех людей, для всех рас, наций. Но я поясню на русском языке. Повторение имен Бога принесет вам счастье и освободит вас от сомнений и страхов. Это путь к успеху для каждого, для тех, кто отрешен от всего материального или, наоборот, находит радость во всем материальном, для каждой группы людей. Сейчас будет немножечко духовного, серьезного, но в танцевальном возвышенном стиле. Итак, пожалуйста, запускайте файл. Oh,
Иван Бесма означает «те, кто нашли состояние блаженства внутри себя». И это именно духовное состояние. Я благодарю каждого из вас за внимание и до новых встреч!